нулевое ощущение от того, кто такой Сиги Книги. Это тот парень, который ошибся с ростером Тимы, по-моему. И ему пришлось... или не он? Блин, да, по-моему, он что-то пофейлил с ростером. Ну ладно. Ну чё, стандартные деды. Хорошие деды. КСФчику легкие вопросы, но в принципе ок. Много замен, все есть. Дарки тоже хорошие, к слову. То есть, на мой взгляд, дедам без, без такла будет тяжело. Миспелт я не смотрел. Ну вот, дедам, может быть, стоило смысл взять вместо одного гарда такл. Вот. Вот сюда такл взять, например. Либо сюда взять МБ такл. И оставить гард МБ. Много вопросов, мало ответов. Бахается 3 дайса. Ну, у дедов здесь единственный win condition — это реально перебить эльфов. То есть перебить эльфов — это действительно хороший, понятный win condition, к которому надо стремиться. На самом деле деды могут в 3 МБ развалить кабину. У них на это есть все эти. Все, весь инструментарий. Блиц, видимо, будет в кого-то из крайних эльфов. Ну, понятное дело, как бы на дедах это нормальный вклад. Это вот там Дио, по-моему, горел с кого-то из некров, кто взял на войти МБ такл. Хотя на войти это реально разбрасывание скиллов куда не надо. А на у дедов выбора нет. Да, не, я согласен, что пятки нет, ситар, но есть 3 замены, и теоретически, с учетом того, что у дарков замен нет, 3 замены с фалами, как бы, в виде веры, почему бы и нет? То есть я вполне себе представляю, что можно попробовать просто фалить и душить, вот. Чему бы и нет? Ну, видите, дарки еще и сами справляются с минусами. Без всяких пяток, МБ. На нах. Да, Кинайт, в этом и мысль. Ну, по правилам турнира просто нет смысла брать. Дио к этому вел. Правда, конечно, теперь мы сомневаемся в квалификации Диомеда. То есть, если тебя Гудвар обыгрывает. Это шутка. Это сейчас будет фол, видимо. Ну да. Здравствуй, Маша, я Дубровский. Ну, как обыграл? Задайсил. Ну, фол такой, конечно, не самый топовый, но окей. Деды интересно построились. Да не, наоборот, мне теперь вообще не тревожно. Дива скинул кубы. Плохие. Вопрос только, куда он их теперь потратит. Нормальный, кстати, размен. То есть это размен линейки, которая есть сейчас при 3 заменах, на более надежный этот драйв. Да, кстати, была бы травма с пяткой. Это правда. Опа, в мяч! Ой, ну это было симпатично. Не то чтобы были гигантские шансы, то есть это был 4+, 5+. Но поездка интересная, конечно. Такая, я думаю. Когда он прокинул додж, я думаю, немножечко человек подиспугался. То есть если бы сейчас залетело бы 4R, 5+, то игра стала бы интереснее на порядок. Правда, похоже, что сейчас как бы Блицер немножко получит монтировкой куда-то. А, в горда бьем? Окей. Не бьем, ясно. Теперь мы даем шанс разбить клетку с угла. Слушайте, но мне не нравится, как играет товарищ этот.
Мне пока что-то вообще не нравится игра от деда, ребят. А вам? Ну, то есть, то, что пока делает дед, выглядит, ну, как бы сказать, помягче. Посредственно. То есть, он дал клетку раскрыть, как бы, как хочешь. Ну, правда, вот этот 1D мне не очень понятен. Типа, в чем смысл? Вот, вот это вставать, вот если был бы блиц. А, проталкивание в красный. А, ладно, ладно, заебок. Окей. 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 Вот это окей, хорошо. Я что-то про красный не подумал. Блин, а манки сыграть умеет, оказывается. Фига себе. Ладно, это красиво вообще. Это прямо очень, очень неплохо. Да, Дарк прям молодец. Мое увлажнение, как говорится. А вот мне кажется, ГФИ зря, кстати. Вот, вот это ГФИ единственное, что мне не понравилось. То есть, для того, чтобы деду открыть дорогу... Я понимаю, почему, да, это ГФИ, но мне кажется, можно было и не кидать, потому что теперь это вообще халява. Сейчас дед должен выбивать с борьбой. Но Дарк все равно молодец. Типа, Дарк классно все сделал. Шестерочка неприятная. Хуже, если еще пробой залетит. Вичку будут фалить, видимо. Мы же поняли, что у Вички подскок. Не, идея Манкиза была понятна, вот. Но после траты Эрера, я согласен, Ситаром ГФИ не стоил того. Ладно, фала не будет, мы верим в то, что два горда не дадут Вички вытолкнуть в красный с подскока. Нет, ну согласитесь, вот Ситар, я что-то посмотрел... У меня почему-то всегда манкис ассоциировался с некоторой легкой животностью. А теперь я смотрю и что-то чувствую, что человек-то представление о Бладбоуле имеет. Прям я пропитался к манкизу каким-то уважением после этого мува. Хотя мне строение его команды не очень нравится. Вот чувствуется мало реролов у него. У него какие-то дарки такие, как бы, вроде эффективные, но при этом такие, как бы, с возможностью склеиться по игре, я бы так это как-то объяснил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это правильная аптека, хотя, на самом деле, она была рисковая из-за того, что было МНГ, оно могло не вылечиться. Ну просто мне кажется, я не понял, у Манкиза, по-моему, все-таки самые топовые тиммейт не эльфы, но я не уверен. Может, я его путаю с кем-то из других ладерных ребят? Да, без него, блин, да Манкиз вообще страшный, слушай. Ну вот я его как Хаоса и Вуда помню, да, да, да. Вот на дарках я его не видел, на Хаосе, на Вудах видел. То есть, видите, у него как бы, у него, типа... 200 игр на орках, это вот из топ-тройки. То есть у него меньше 200 игр на дарках. Похоже на то. Не, ну посмотри, у него на вудах много сыграно. Слушай, у него на вудах почти 4 сотни игр. Четыре сотни игр на... Я тоже не сразу увидел проталкивание в красное, оно классное. Ну, мне кажется, что мало людей, у которых нету стрипбола кинает. Это сейчас так получилось, что мячик не у, не у крепких рук, но так-то почти у всех крепкие руки есть. То есть я не уверен, что в такой вичке есть смысл.
Мне скорее кажется, что это сработает против, ну там, единичных команд. Привет, Султан. Ну, стрибол это ж не дубль. Стрибол это дженерал навык. Нет? Да, борьба такл мне тоже больше. Я согласен с Ситаром. Что-то я слишком много согласен с Ситаром сегодня. Ситар, скажи какую-нибудь хуйню. Ну, мне вообще как бы не нравится вичка блок МБ немножко тоже. Я бы скорее сделал бы какого-нибудь блицера МБ такл, чтобы можно было пытаться искать дисперсию в матчапах с другими эльфами и с, ну вот с гулями, например. Спасибо, Ситар. Все как по заказу. Ну, деды здесь, конечно, легко перестраиваются. Хотя дарки имеют неплохие шансы сделать какие-то попытки заборчиков, я не знаю, что-нибудь такое. В смысле, могут подцепляться. Ну, рерол потратили просто потому, что реролы тратить уже не на что абсолютно. И, кстати, заметьте, какие... Ой, ну чистый диамет. Ну чистый диамет. Господи, ой. Ну, это к вопросу о том, что пятка для лохов, голый зомбя, выбор мастеров. Окей. Ну, молодец, молодец, конечно. Показал Кузькину мать. Ну, это вот очень начинает... То есть, на мой взгляд, Дарк уровнем повыше деда. В смысле, чувствительно повыше. Но при этом как бы видно, что... Ой, 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 ой! 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 Ну! Скаттер? Окей. Не на подбор сразу... А не лучше было? Ну хотя ладно. Ладно, нормально. Нормально. Накидал. 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 Окей. Нормально, 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 нормально. Только не говори, что сейчас шестерка будет. Но не шестерка. Фух! Фух! Ну справедливо, я считаю. На мой взгляд, дед не наиграл на это. А мы не боимся, что сейчас мумию вытолкнут? А зачем мы дали выталкивание мумии? Зачем? Зачем ты это сделал? Дед очень странный. Ладно, я скажу так, ребята. Если бы я буду на гномах играть против этого деда, я ему кабину развалю нахер. Я этому деду кабину развалю вообще в салат. Обидно. Не вытолкнули. Ну, очень-очень обидно, конечно. Не знаю, мне что-то... Вот пока что этот немец прям вообще не смотрится. То есть, вспомните, как Тор играл. У Тора видна была вот эта вот условная школа внутренняя, да? А дед, ну, просто роллфейсит по клаве. Вот. Это какой-то пароль, Ситар? Окей, это типа про салат? Окей, ладно. Не сразу понял, подумал, вдруг мы в шпионские игры заиграли. Сегодня гномы еще не играли. Мы смотрим Лигу наций наших
будущих оппонентов пытаемся прощупать. Ну, дед слабый. Дед слабый. Я оливье не очень люблю. Я бы скорее устроил бы ему салат «Цезарь» и куриные грудки от Александра Невского. А, вот. И еще похрустел бы немножко сухариками в салате. Похрустел бы его единственным скелетиком, по самое не балуйся. Ну, и придется тратить РР. Вот это обидно. Дака! Дака, ребята! Блять, как хотелось хвалить Манкиза, он пошел Даку играть. Ну, окей. Ну, вообще, на самом деле, у Дарков, конечно, отчаянное положение. То есть, без замен в минус 4, ну, выглядит тоскливо, конечно. Да, господи... Не знаю, мне в целом просто набор продуктов вали. Я горошек не люблю. Я горошек не люблю, я мясо люблю. Ну, такое. Ну-ка, остальное в оливье мне норм, в принципе. Я люблю горошек есть, когда он это. Когда ты его свежий с ветки берешь, он клевый. А вот когда он в любом другом виде, мне он что-то как-то не особо. Не знаю почему. Ну, вот. Что этот вещь совсем не грузит уже второй день? Ну, скажи спасибо Роскомнадзору и другим, как бы, представителям нетрадиционной интеллектуальной ориентации, которые борются с интернетом в России. Знаете, какой я люблю салатик? Ты берешь, короче, куриные грудки, отбиваешь их, жаришь их в сухарях. Вот. После этого ты берешь картошку, режешь ее кругляшками, дольками, обжариваешь ее со специями, вот такими, типа, толстыми круглыми кусочками. Потом ты берешь, кладешь эту картошку, сверху на нее курицу в сухарях. Все это сверху заливаешь сыром и майонезом. И это не салат, бля, просто охуенно. Ну, покушать, да? Ладно. Ну что? Блиц сейчас будет в такл. Повезло. Но, кстати, куда пробиваться-то не очень понятно. То есть, может быть, даже просто через врыв таклом в гулю и кидание доджей 3 плюс вперед? Вот это уже плохо. Но хорошо встал дед, кстати. Вот насколько мне не понравилось, как играл атаку дед, насколько дед хорошо играет деф. Вот здесь реально расстановка. А, кстати, может быть, на самом деле надо было через центр пробиваться. Слушайте, так надо было через центр, наверное, биться. Да, 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 да. О, да! Это очень важный минус. Игру хаёв с морями следующую смотрим, чуваков. Ты заспойлерил. Там, по сути, играет, ну, как бы, один из этих. Ну, по сути, топ-2 немецкой команды. Или топ-1. Трудно сказать, кто из них сильнее, Тор или Волкажа. Ну, я думаю, он неправильно прорыв решил делать. Ну чё, едем Вичкой выталкивание мумии? Красный. А, нет, сайдстепим сюда. А, сайдстепа нет. Фу, это же просто гард.
Ну, едем в красное выталкивать, тут шансов нет никаких. А, он ГФИ закроет. Рерол обязательный. Ладно, молодец, молодец. Нет, ну дед, дед прям намного лучше играет. Дак — это стратегия, когда ты всей командой, вот эльфийской, бежишь назад и вот это вот все. Устраивает. Ну чё, вкладочка или пас? Пас будет, наверное. А, нет, просто построение на краю. Окей. Ну, скажем так. Из говна и палок, ну, типа, ну, перестроились. Мне вообще не понравилось, сразу скажу. На мой взгляд, говнина какая-то. Но, в принципе, прокатило. В принципе, эльфы смогли как-то проскользнуть. Не без греха. Но мне кажется, блин, довели. Довели ситуацию до опасного, Дарки. И они весело провели время. Типа, использовали психологический прием Дара. Мне он не очень нравится, но ладно. Ну, вот в том-то и проблема Кинайт, что да, он разыграл лучший вариант. Он разыграл лучший вариант. Но то, что он довел до этого варианта, это говно какое-то. Тебе так не кажется? То есть мне не нравится концепция, при которой пришлось... рерол. Мне не понравилась концепция, при которой пришлось вот такую вот ебанину делать. Опа! Ну чё, закат? 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 Ну мне не нравится... Ну нет! Ну один дебл лучше, лол! Да ну что ты, ёб твою... Ой, Манкис сыграл вообще полную чушь. Ну полную чушь. Это после падения на ГФИ это была халява. Какую же чушь отыграл. О, господи. Просто ужасно. Ну не было смысла рисковать так. Вот насколько хорошо он до этого держал. То есть 2+, 2+ ради такого не стоило. Удар в один дэмич носом. Бежим дальше. И потом дальше перестраиваемся. И все заебись. Ой, бля, извините. Просто ужасно. Вот уж не ожидал. Вот уж не ожидал просто. Дака названа в честь одного тренера. Ну просто, ну согласитесь, что как-то, ну фейл какой-то, ну ультра неожиданный. Будет выталкивание, кстати, через додж гулей? Нет? А, блядь. Подождите. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. Или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блять, я думал, он подведет гулю и вытолкнет за поле, а он... Играйте-то, ну господи. Что? Что дед какую-то чушь отыграл? Что? Что... Дарк отыграл какую-то чушь. Господи. Ой, боже. 1-3+ не кинул, наиграл какую-то чушь. Второй то, ну что вы делаете? Я в шоке вообще, ребят. Извините, ну просто, блин, ну это... Сейчас 3+ не кинет, видимо. А, ну да. Все, понятно. Не, ну не знаю, значит, у Дарка может нервы. У Дарка может реально нервы. По Дито видно, что дед, ну, типа слабый, коротко говоря. Ладно, не то, что слабый, не сильный.
Вот дед вообще не сильный игрок, я это точно говорю. Ну, не, ну, Дарк мог уйти через простой 3+, вот в тот момент, когда он придумал 2 ГФИ, Блиц через додж, вот это вот все хурму. Это было плохо, откровенно. Я готов как бы жопу ставить, это была слабая игра. Это божественная шестерка. Ну и все, как бы. Ну вообще, конечно, скажем так, учитывая эту игру, конечно, ничья, мне кажется, была бы боль. Да, скаттер, конечно, просто отвал башки. Мне кажется, ничья была бы более справедливым результатом в этой игре. Не, ну не факт, что дед забьет. Не факт, что дед забьет. Но ничья смотрится как бы справедливо, если в ББ есть справедливость. Просто вот заметьте, как странно, насколько божественный плей, насколько божественный плей проделал Манкис в первом тайме, да? И какую же натыграл чушь во втором. Просто вот человек. Притом самое смешное, что реально как бы, ну дед хотя бы дефался неплохо, хотя и тут умудрился нафейлить за себя и за Сашку. В общем, очень странно. Казалось бы. Ну, мне не очень нравится, что мы идем на... И мне этот блиц не нравится. Ну ладно. Окей, допустим. В общем, мне что-то вообще все не нравится. Но здесь клетка ВКонтакте, которую потяжелее реализовать, кинает. Уточним. Просто кидать 2 ГФИ на гол в 16-й ход смотрится не очень. Ну, чисто на мой взгляд. Ну, типа, окей. Мне и этот ход не особо понравился, если честно. Ну, музыку играть не буду. Не тот турнир. Ну, чё-то как-то, конечно... Я немножко разочарован. Скажу так. Ну, дед просто слабый, а Манкис, мне кажется, плывет под давлением. Вот прям реальное ощущение, что Манкис поплыл чисто психологически. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, Манкис эту игру отдал чисто в голове, а не по факту. Я думаю, он просто застопорился на мысли о том, что надо делать удар мечом, зассал и понеслась. Не, хороший матч в плане интриги. С этим я согласен.